Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты. Подарки, покупки, приятные траты. Рождение детей – первый шаг, первый лепет. Мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья – это труд, друг о друге – забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно. Семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Всегда будь вместе, любовь берегите. Обиды и ссоры подальше гоните. Хотим, чтоб про вас говорили друзья. Какая хорошая ваша семья! Мы – счастливые родители. В нашей семье растут две очаровательные дочери – Дарья и Вероника. С семьи начинается жизнь человека. Именно родители прививают ребенку добрые начала. На наш взгляд, самое ценное, что может дать семья – это родительская любовь. Что значит любить ребенка? В понимании нашей семьи – это значит заранее подготовить дочерей к самостоятельной жизни. Поэтому стремимся сочетать свои чувства к детям с разумной требовательностью. Наша семейная жизнь состоит не только из развлечений. У каждого из нас свои обязанности. Это не только весело, но и интересно и познавательно для наших детей. Мы очень любим животных и считаем, что животные способствуют развитию детей таких чувств, как доброта, нежность и любовь к близким. Мы часто всей семьей ходим в храм, посещаем различные детские праздники, в выходные посещаем каток, где всей семьей проводим весело время. Совместное времяпровождение сближает детей с родителями. У нас очень дружная и веселая семья.